Встречайте Новый год с ВК. С новогодними плейлистами, с друзьями, с близкими, с контентом, которым хочется поделиться. И получите шквал поздравлений в мессенджере. ВК. Место встречи Нового года. Утяшева, это новые танцы на ТНТ. Сегодня нас ждут полуфинальные батлы на троих в категориях соло, дуэты, команды и дети, по итогам которых мы узнаем имена последних финалистов второго сезона нашего проекта. А кто через неделю поборется за главный приз, решат члены жюри. Итак, уникальный хореограф, режиссер и танцовщик Владимир Варнава. Она точно знает секрет успеха и сможет поделиться им с нашими танцовщиками. Впервые в нашем жюри популярный блогер, успешная певица и телеведущая Ида Галич. Здравствуйте. И, как всегда, кресло постоянного члена жюри занимает великолепный Мигель. По традиции, при равенстве судейских голосов победителя батла определят зрители в зале. Новые танцы на ТНТ. Давайте начинать. Сейчас на экране мы увидим логотипы 10 команд, покинувших сезон во втором этапе. Лишь одна из них продолжит борьбу за победу в проекте. Мигель, выбор за тобой. Я по-любому знаю, что этот выбор вызовет много вопросов. Но если мы здесь выбираем команду, которая заслужила это место больше всех, то я нарушу правила и выберу ту команду, которой здесь нет. Полуфинал проходит I Like That, Питер. Возвращение года! Ура! Я считаю, что те два номера, которые они показали, особенности в первом сезоне, это было очень несправедливое решение тогда. Я хочу деву ко мне! Землячки, простите. Да ну нет, ну а! Так нельзя, ну как? Второй раз! Девки второй раз разрывают! Мне кажется, тут даже обижаться не на что. Вот это просто шанс, который взял и выпал. Ну, мы слышали, что там, конечно, идут шушуканья в кулуарах о том, что все несправедливо вернули, не те. Ну, я ожидал так, что это будет со второго тура, ребята. Им, конечно, это круто. А по отношению к другим участникам это несправедливо. Потому что мы стараемся, мы делали еще один номер. Возникает как бы такой вопрос, почему одни работали больше, а другие меньше. Меня это обижает даже просто как человека, который трудится, который также работает. Для них это по-любому не то, что двойная ответственность, это жесть, это жуть. Но это испытание, они должны это пройти. Это часть их пути. Ответственность сейчас наступает, потому что, во-первых, нас вернули все, от нас чего-то ждут. Полуфинал. Вот, поэтому мы собраны, мы тренировались, мы готовы показать себя, готовы бороться. Кажется, жарко очень, нет? Да. Очень, очень душно. Так, ну все, теперь точно голос Мигеля, да, должен быть у вас? Да. Да. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было телок много,
Просто, ну что? Девочки, ну молодцы, что тут? Не добавишь, не убавишь. Ну что, Ид, врывайся. Да, если можно. Во-первых, я хочу заметить, что такая заезженная песня, которая уже очень много лет, настолько новая какая-то интерпретация, девочки, это было очень круто. И если я когда-нибудь выйду второй раз замуж, я хочу, чтобы вы все были на моем девичнике и так же танцевали. Очень хорошо. Прямо замечательно. Спасибо. Куча красоты, которую обещали. Мигель. Я честно эту песню... Или Сергей, как вам вот теперь? Вот да! Я всегда ее слушал, думал, Серега ни разу себя с собой не ассоциировал. Спасибо вам большое, девочки, за новую ассоциацию с этой песней. Сережа, спасибо большое. I like that, спасибо большое вам. Посмотрим ваших конкурентов. Привет. Привет. Команда Move Up. А в прошлый раз станцевали так, что я чуть не заревел, если честно. И я абсолютно не ожидал такого от девчонок. Жюри нам сказали, что они наши фанаты. Я благодарю вас всех. Вот мой выбор вот тут. Второй этап был очень важен для нас, потому что после него отсеялось очень много команд. Ты понимаешь, что ты остался в шестерке лучших команд на этом проекте? И ты такой... Очень интересно, что будет сейчас. Сейчас тоже все реветь будут. Слушайте, мне кажется, такая у вас классная форма. Она скромная и как раз-таки делает акцент на том, что у вас должно быть какое-то очень глубокое содержание. Это история о том, что, несмотря на весь негатив, даже если ты находишься на дне, то вот то, что тебя спасет, это будет любовь к близкому человеку. Чтобы рассказать ту историю, которую вы придумали, надо в нее полностью погрузиться. У них есть классная особенность. Когда на них смотришь, то сразу не скажешь, что они будут круто танцевать. И как только они начинают двигаться на сцене, они перевоплощаются и становятся прям настоящими артистками, которые погружают в какой-то новый образ каждый раз. И плюс еще они классно двигаются, классно танцуют. У них и техника, и подача. В общем, все составляющие, которые нужны для того, чтобы побеждать. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, которым тонет. Если прыгнет за мной, я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. Я за тобой знаю всю ту боль,
что в тебе светит. Осень достает из тебя ножи, а река следит. Да, я за тобой сделаю воду шаг или шаг назад. Я не знаю как, ну как тебе помочь, ну как тебе сказать, как тебе смотреть прямиком в глаза и не забываться. Ай-яй-яй. Речка заберет все мое тепло и поможет сдаться. В начале ноября идиоты запоют о желании прыгнуть и найти приют. О том, что в этот страшный холод нужен человек, который знает наизусть твой любимый трек. И я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который утонет, если прыгнет со мной. Человека, который не сможет согреться этой зимой. Слышите, как наш зритель ликует. Вова, хочу начать с тебя. Ты так пристально смотришь. Ну, вы такие честные вообще в том, что делаете. И чем обычно, мне кажется, страдают работы вот из жанра, в том, что, ну, есть такой фронтмен и остальные, но здесь не так. Здесь прям полноценная рок-группа, полноценный бенд. Спасибо. Мигель. Вот знаете, была какая-то некая грань, где я не мог никак понять, то ли это вот тот драматизм, который вы вкладываете сюда, и мне нужно за ним уйти, то ли мне нужно уйти в чистоту вашего исполнения, потому что я иногда был как бы очень сильно увлечен тем, как вы разложили все-таки музыку. И за сюжетом мне было сложновато уйти. И вот я вот, знаете, вот так на таком постоянно на границе был того, за каким настроением мне пойти. А так это очень мощная работа. Спасибо большое. Спасибо. Ида, ну что? Я не знаю, как называть это направление, но мне безумно понравилось. И мне кажется, я как будто бы даже вот поняла все, что вы хотели мне сказать. Всю вашу боль прочувствовала. В какой-то момент у нас с Мигелем были глаза на мокром месте. Я не знаю, ты же почувствовал, Тимураж. Я тебе говорю, у меня было, да, но вот того момента, что типа вот я перешел какую-то эмоциональную грань. Дико талантливые девочки, спасибо вам большое. Интересная очень работа. Спасибо вам большое, спасибо девочки. Большое. Ида, знаешь сейчас, кто выйдет? Интрига сезона, даже уже двух сезонов. Так. Просто интрига. Нас вне сцены особо не узнают. А на сцене, когда мы показываемся снова в этом амплуа, все-таки, я вспомнил, это вот эти же ребята. Блин, класс. Меня зовут Кирилл Дударь, мне 21 год. Я заинтересовался танцами просто потому, что я увидел, как танцует основной состав как раз на мероприятии у нас в школе. Я такой, как они классно двигаются. То есть я смотрел, как снизу вверх, буквально я еще мелкий был. Я такой, какие они классные. Я как в команде, так и сольно себя представляю. Когда ты делаешь соло, ты вот всю свою фантазию можешь в это вылить. А в команде некоторые могут тебя не понять, твою мысль, не согласиться с концептом. И это очень сильно видно в глазах во время танца. Поэтому очень важно находить компромисс, договариваться с участниками команды. Тут одного без другого не может существовать, на мой взгляд. Мы команда Discrew, город Пермь.
Ну что, это были DS Crew. Я так понимаю, что ребята приглашаю всех. Ушли, что ли? Все? Да, приглашаю всех. Все. Ну что, я тогда приглашаю 3 команды на нашу сцену. А сейчас мы переходим к решению. Открывай новые треки, которые тебе точно понравятся, с новой системой рекомендаций Яндекс.Музыки. Встречай фановый год с Фантола! Видочка, начинаем с тебя. Если ты позволишь, дорогая моя любимая ведущая на ТНТ, я хочу сказать, что, ребята, вы такие большие молодцы. Вы полуфиналисты. Мне, вот лично мне, хочется взять финал абсолютно всех. Но нужно голосовать, и прямо сейчас я это сделаю. DS Crew. Мигель, твой выбор. Очень сложный выбор. Почему? Потому что я являюсь фанатом вашего творчества, всех из вас. Вашим стал недавно. А, девчонки, я очень рад вас видеть здесь. Я восхищен был тем, что вы делали до этого. Мне, честно, немного не хватило танцевального лоска, что, например, есть у DS Crew, которые делают как бы абсолютно точно так же тематическую хореографию. Но в данном случае у DS Crew то, что сейчас произошло, мне не хватило у вас музыкальности. Она почему-то куда-то делась. Я понимал, что номер был насыщен фишками, и продержаться на этом весь номер невозможно. Мне не очень понравилось, как вы разложили в этот раз музло. Хотя музло крутое, и я знаю, на что вы способны. Я отдаю голос вам. Мувап Тим получает голос от Мигеля. Ну что, интрига повисла в воздухе. Ну, и я напомню, что может быть ничья, Вовочка, и все решит зритель. Я так тебе намекаю сейчас может мягко. Может быть. Твой выбор, Вова. Но я для начала должен сказать, что это... я считаю, что баттл честный. Вот. Потому что все конкуренты, все участники, они крутые, сильные и уверенные, как бы уже в своем стафе, который они как бы вот поставляют на публику. Я буду выбирать, по какому критерию. Я буду смотреть по событиям в номере. Вот проваливался мой фокус внимания или нет? Или я следил за всем, за каждой секундой, что происходит. И я выберу того, в чем стиле, мне кажется, это особенно сложно сделать. DS Crew. Ну что же, под эти бурные аплодисменты DS Crew проходит в финал. Естественно, это конкурс, естественно, мы расстроились, но мы показали то, что мы хотели показать. Все получилось здорово, поддержка была просто невероятная, мы ее не ожидали. И мы счастливы! Вот трясет чуть-чуть. Что-то мы не согласны. Такое мнение. Работа проделана над этим всем. Да. Что все эти часы, проведенные в зале... Мы не жалеем ни о чем, вы не смотрите, мы ни о чем не жалеем. Просто не согласны. Мы просто не согласны. Очень много сил вложено, очень много всего вложено сюда, в нас. И хотелось дойти до конца. Что-то еле, да, еле-еле шаг теле пришли. Еле-еле душа в теле прошла. Кажется, да, как будто момент. Еще чуть-чуть и... Знаю, да. Уже завтра в Перми, короче.
Ну, чуть-чуть вас поругали, чуть-чуть, ну, для проформы. Нормально поругали, прям нормально. Че, расстроились? Ну, прям не музыкально, типа, блин, это прям в меня, это прям в меня, да, типа. Так, ну что, Ида, как ты освоилась? Да. Мне безумно нравится. Поняла критерии, по которым? Да, вы отвечаете за профессиональные какие-то детали. А ты за зрителей? За зрителей, да. За эмпатию, за красоту. Я рада, что ты разобралась, поэтому мы можем переходить к категории «Дети». И я приглашаю первого участника на нашу сцену. Здравствуйте. Привет, Шпиль. Комментарии от жюри были хорошие. Все, по кайфу. Мигелю понравилось. Я доволен. С корягой все в порядке. И не зря тебя Екатерина Решетникова называет юным богом электро. Все было станцовано хорошо. Просто это приятно, на самом деле, когда люди так воспринимают тебя. Для меня это ни на что не влияет. Я просто слышу такое, приятно, и продолжаю тренить. Шпиль электропринц. Да, и ребенок, мне там вот такой, ты там кому-то там 9 лет, 11, ему 13, он отдает микрофон. И начинает... Скажи мне, что у тебя будет за номер в этот раз? У меня будут камеры, и эти камеры выступают как мнение общества. То есть меня всегда снимают, и тем же самым на меня всегда смотрят. И мне приходится показывать, например, другого себя. А параллели с жизнью нет? Я бы не сказала, что это прям вот... Я прям вынес из себя. Вот это там где-то у меня лежит. Нет. Это просто классная идея, которую я хочу донести до людей. Ну, а так, не теряю голову, тренируюсь. Может, уже потеряй голову? Уже прям вообще, да, я как бы хорош. Ну, нет? Ну, уже не относится как к ребенку, который пришел танцевать электро. Именно на проекте просто потанцевать на сцене. Уже, я думаю, относится как к осознанному танцору, который пришел показать свой стиль и себя как артиста. Буду кайфовать. Заберу все, что смогу. По номеру. И... Слушайте, ну у вас такой талант, конечно, так дрыгаться, это правда очень классно. Он танцевал. А суставы не вылетают в таком возрасте? Нет. В таком нет. В таком нет, но да? Вот в твоем уже, да. Уже. Спасибо, Ляся. В твоем тоже. Ты старше, помни об этом. Классно, мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, Мигель, как тебе Шпиль? А Шпиль всегда хорош, Шпиль молодец, Шпиль артист. А единственное, вот тот запал, который в себе был всегда, потому что когда ты выходил на сцену, это был какой-то ураган, и мне каждый раз было страшно по поводу того, что сейчас вот что-то, как Ида сказала, может оторваться у человека в какой-то момент. А вот сейчас было как-то ровно.
То есть я понимал, что это довольно-таки достойное, профессиональное, хорошее выступление парня, да, тебе 13 лет, но ты довольно-таки взрослый, все это делаешь, танцуешь и ровно. И всплеска никакого нету. Может быть, ты перезаморочился с тем, что ты постоянно перемещался, и не было какого-то единого фокуса. Может быть, на телеке это будет по-другому. Но для меня, человека, который смотрит один план, немного не хватало именно твоей энергетики, бешеной. Хорошо. Вова? А как называют артистов, которые танцуют электро? Электрики, электронщики, электроники? Электроденсеры. А, электроденсеры. Прикольно. Нормас. Мне вообще нравится очень жанр. Мне единственное, что... Ага, вот, понеслась. Согласен с Мигой. Я ждала. Согласен с Мигой, что не раздал, немного на ровном. Что-то тебя все время беспокоило, отвлекало. При этом ловкий ты парень, и видно, что ты это делаешь все равно уверенно. И это прикольно. Спасибо. Ну что, уже можно встречать следующего участника. Под громкие аплодисменты я приглашаю его на нашу сцену. Открывай новые треки с нашим шоу и Яндекс.Музыкой. Система рекомендаций «Моя волна» найдет песни, которые понравятся именно тебе. Попробуй бесплатно. 60 дней подписки Яндекс Плюс ждут тебя по промокоду Music. Встречай фановый год с Фантола. Всем привет. 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 Это как раз тот ребенок, который не может устоять на месте. Ты не понимаешь, сколько усилий ей нужно для того, чтобы она я сейчас просто же. Ровно стояла. Я такая же. Клинтамина такая красивая. Спасибо. Какая хорошенькая. Спасибо. Вот был какой-то момент, когда ты поняла все. Победа за мной. Когда ты танцевала? Когда я танцевала, да, был когда. Такое нежное, я прям поняла все. То есть у тебя 2-3-0? Да. 2-3-0. Да ты отличница проекта. Да, круглая. Круглая? Такая ты молодец. Семимильными шагами просто растешь по проекту. Скоро на моем месте окажешься. Спасибо. Хочешь попробовать? Да. Давай. Всем привет! Тут Шулаева. А у меня в гостях Ульяна Пылаева. Наша звезда проекта «Новые танцы на ТНТ». Здравствуйте, Тамина. Привет! Сегодня я тебе буду задавать вопросы. Острые? Да. Я готова. Вы прошли 5-й сезон... Ой, да, вы были в финале 5-го сезона? Была. Трудно вам на сцене? Тамин, каждый раз выхожу, и вот так ноги и руки трясутся. Каждый раз. Как я. Вот, вот и вот. А какой у тебя стиль? Что ты танцуешь? Ну, я танцую что-то вот такое вот свое, вот что-то такое не как у всех, что-то вот авторская хореография. Я танцую хип-хоп, афро, дэнс-холл, паппинг и много еще всего. Я же говорю, ты круче меня. Спасибо. Ульяна, я тебе желаю удачи, чтобы ты никогда не переживала, когда выходила на сцену, и чтобы круто танцевала. Спасибо, Тамина, большое. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо вам. Oh,
Таминочка, крошка, ты большая молодец. Между прочим, Тамина самая маленькая в категории дети, ей 7 лет. Прорвалась в полуфинал, да. И станцевала, как взрослый танцовщик. Вова, добавишь что-то? Я добавлю, ну, как бы просто это был выход уже к победе, как бы, сам выход, как бы, просто Тамина. И если ты в 8 лет такое, как бы, просто так раздаешь, то я бы хотел посмотреть еще лет через 8. Приходи опять. Спасибо. Мигель? Вот, в тебе на самом деле есть все то, что мне не хватило в предыдущем участнике. Невероятная эмоциональность и при этом контроль. Очень жесткий контроль. Спасибо. Добиться это от взрослых людей сложно, а уж от ребенка куда тем более. Молодец. Классно. Вы просто вышли на танцпол и разорвали мое сердечко. Подожгли здесь все, что можно было поджечь. Вы удивительные. Спасибо вам большое. Спасибо, это было прекрасно, правда. Эльза вообще какой-то волшебный ребенок. Ну, не смотришь, она просто волшебная. Какая-то супер обаятельная. Принцесска. Прям принцесска. На проекте мне помогает Вова Гудым. Он добрый и замечательный. Когда она начинает танцевать на сцене, когда она входит в образ какой-то, в персонажа, у нее вот это качество артиста, оно включается, и ты уже на нее по-другому смотришь. Я в полуфинале в батле с Шпилем и Таминой. Я их хорошо знаю, особенно Тамину, потому что мы вместе с ней занимаемся в одной студии. Мы обрадовались, потому что охота вместе встретиться на сцене, побывать там вместе, все прожить вместе. С Эльзой мы из одного города и из одной студии. Вам никогда не приходилось в рамках вашей школы батлить друг с другом? Вот сейчас будем батлить. Вместе. Первая ваша встреча, да? Да. Такая. Со Шпилем. А про Шпиля что думаешь? Ну, у нас с ним 5 либо 6 лет разница, но спокойненько чувствую себя. Они и мощные, и классные, и крутые, и задорные, и вообще классные, смешные. У них такие похожие стили, именно по широте, по движениям они оба похожи, но Эльза именно чуть-чуть отличается от Тамины, то, что она танцует намного шире. И Тамина более харизматичная и такая мягкая. Настрой хороший, я побыстрее хочу выйти на сцену, потому что мне очень нравится чувство, когда выходишь на сцену, сразу вот кайф. Спасибо тебе большое. Мы как будто бы
серию какого-то прекрасного фильма посмотрели, сериала, да? А вот, да, кстати, я не знаю, хорошо это или плохо в этом шоу, но как будто бы вот этот номер отличается от двух предыдущих тем, что это было какое-то маленькое представление. То есть я был номер. Да, номер. Я почему-то не видела танца, но я вот видела номер. Я не знаю, это плохо или хорошо. Мне понравилась Эльза. И когда я читаю про море, со мной происходит то же самое. Вова? Слушайте, ну это будет очень сложный выбор. Для меня уже все понятно, что выбор будет очень сложным. А по номеру? По номеру. Ну, мне понравилось, как номер сделан, на самом деле. У тебя есть страсть к танцу, он у тебя очень живой, и это трогательная вещь просто. Да, спасибо. Спасибо тебе большое за этот трогательный танец. Я приглашаю твоих соперников. Шпиль, Тамина и Эльза. Три прекрасные истории. Ой, как они обнялись. Посмотри. Но нам нужно одно решение. Кто пройдет в финал? Быть предпринимателем – значит все держать под контролем. Я открыл счет в Сбере и пользуюсь решением для розничной торговли. Теперь я лучше знаю своих покупателей и могу зарабатывать больше. Сравниваю показатели с конкурентами, чтобы быть на шаг впереди. Мы улучшили интернет-банк, и теперь вам доступно решение для вашего вида бизнеса. Станьте клиентом Сбербизнеса и пользуйтесь новыми возможностями за 0 рублей. Сбербизнес. С нами каждый второй предприниматель. Вова, начнем с тебя. Мне очень радостно, что есть дети, которые как бы приходят на смену и которые уже так круто делают то, что я люблю больше всего в жизни – танцевать. Как-то вас сравнивать вообще не представляется возможным, но это делать нужно. И, пожалуй, ребята, я проголосую за воображение, которое в этом номере присутствовало. Это жестокая программа у вас, и выбирать между тремя потрясающими юными дарованиями очень сложно. Ребята, вы подарили мне совершенно полярные эмоции, каждый нажал на свой клапан в моем маленьком сердечке, но я тоже должна сделать свой выбор, и я голосую. Тамина получает свой голос от Иды. Ну что, Мигель? Шпиль, Эльза, я вообще вот вас отношу личность уже сейчас к каким-то, знаешь, типа профессиональным артистам, которые сейчас стоят на этой сцене. И я понимаю, что какие-то вещи у вас могут или могли не получаться в этапах, но вы настолько сильно и круто держите себя. И что самое главное, видно, что вы стремитесь к определенной цели, каждый из вас. И очень осознанно каждый этап подбираетесь к финалу. Я не знаю, что сделать, потому что по центру тоже стоит, например, комок энергии, который не может устоять и 3 секунды. Мы недавно встретились в коридоре просто с Таминой. Я говорю: Тамин, когда мы говорим в жюри, ты стой ровненько, потому что это невозможно. Ты то косички крутишь, то еще что-то. И я понимаю, что это абсолютно бесполезно. Она все равно будет делать то, что она хочет. Ты вообще не можешь стоять на месте, да? Я это обожаю. Если бы она врезалась сейчас в эту стойку, вообще не проблема. Врезалась, упала, встала дальше. Ничего! Круто! Сделала все! Как?
Я довольна своей работой и то, что я в этом году сделала большой прорыв и вернулся сюда опять. Обидно, конечно. Ничего, работаю дальше. Все случается, я думаю. Буду болеть за Тамину теперь. Итак, я приглашаю первый дуэт на эту сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Ариадна и Герман. Пара, которая меня ненавидит. Почему? Почему мы вас очень любим? Я постоянно типа топлю за Ариадну и не вижу Германа. Шастун, Антон. За нас проголосовал и Егор Дружинин. А Мигель во второй раз уже против нас. Наверное, точнее, против меня. Потому что он уже второй раз говорит, что я не яркий. А я ему второй раз говорю, что я не должен быть ярче, чем партнерша. С одной стороны, в каком-то смысле, наверное, личностно это может быть обидно, но настоящим бальником и паре, когда говорят такое замечание, это очень большой комплимент. Потому что главная задача партнера – показать партнершу. Получается, что не вся пара тебя ненавидит, а только половина. Вы прекрасно одеты сегодня, Ариадна. Вы пытались быть кричаще, но вам не разрешили это. Мы остались однобальная пара, которая дошла уже до полуфинала. И, конечно, мы на свою основу спортивно-бальные танцы добавляем еще элементы шоу. И своим новым номером мы хотим рассказать уже целую историю. Это самая точная, самая скрупулезная, самая доставучая, в хорошем смысле, пара, с которой я работаю. Когда третья восьмерка идет, мы сразу начинаем уже танцевать? Или... Вы можете сначала сделать какую-то историю из серии, там просто увидеть, сначала ты увидел ее, mm-hmm. потом взял и потом только уже пошел. Ну, как бы, mm-hmm. чтобы ты попросил мне разрешение. Я понял. Она тебе скажет «да» или «нет», а там посмотрите. Каждая деталь, которую мы обсуждаем, мы работаем с этим, и они очень точно к этому подходят, потому что они безумно ответственные люди. Надо сделать свою работу, показать все, что от нас зависит, а дальше решают судьи. Посмотрим, как в этот раз Мигель решит. Иногда ты мне снишься, каждый раз как нарочно, и когда тебя вижу, сердце как нож, дрожь по коже. Знаешь, если ты злишься, если ты моя бывшая, я твоя прошлая, ты моя тоже. Когда тебя вижу, сердце как нож, ты моя бывшая, я твоя прошлая, ты моя тоже. Когда тебя вижу, сердце как нож, ты моя бывшая, я твоя прошлая, ты моя тоже. Тебе хотелось еще? Да. Да? Очень мало, какой-то короткий танец получился. Нет? Значит, у ребят все получилось. Да? Значит, было не так, что ну-ка даже закончит уже. Да. Как тебе Герман? Увидела, знаете, ты его в этом танце? Я вот спасибо большое за вопрос хороший, потому что я сейчас рискну, возможно, меня больше не позовут в это шоу, но я категорически не согласна с Мигелем. Мне кажется, что Герман очень к месту, и я не представляю себе одну вот эту женщину, все это одну делающую. Очень достойный, хороший дуэт. Мне Герман понравился, и вообще номер
номер классный. Вот так. Спасибо вот. Спасибо большое. Окей. Мигель, почему ты на меня так смотришь? Что такое? Помогите? Что случилось? Герман отличный. Герман отличный. А знаешь, что самое главное, да, Лиса? Знаешь, что самое главное? Сегодня что? Мы растопили ваше сердце. Не факт, он еще не договорил. Мое сердце растоплено в тот момент, когда я родился. Поэтому оно не знает, что такое холод. Ну, есть нравится и не нравится. И на самом деле, если вы скажете, что я вам не делал недельные замечания, алло, я все лишь делал для того, чтобы вы вдвоем смотрелись, а не то, чтобы ты одна смотрелась в данном случае. А Герман каждый раз защищал позицию того, что в наших бальных танцах так но нужно. Сейчас сложилось? Чтобы... Сейчас, ну, сложилось. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, по пятибалльной. Да сложилось все, хорошо. Слава богу, то, что вы танцевали друг для друга сейчас. Вот это мне понравилось больше всего. Что это не смотрелось конкурсной программой, не смотрелось спортом. Вы действительно танцевали друг для друга. Это было круто. Спасибо большое. Вова. Ой, что, мне надо сказать, что Герман молодец и как бы закончили, да? Да, все как по плану. Герман мой понятно. Сынок. Понятно, Герман мой сынок. А, слушайте, ну, во-первых, очень красивые люди там, вот сами лица, профили, все это все очень убедительно. Плюс, как я уже говорил, в бальных танцах принято, конечно, эстетика, все за собой типа ухаживают, на сцену выходят прямо с иголочки. Это приятно. Но у меня очень неоднозначное ощущение от этой пары, потому что я вижу гигантский какой-то опыт тем, чем они занимались все эти годы. И он прорывается в деталях, в позициях, в поворотах. И у меня замирает сердце просто то, как они это делают. Но подача конкретно у этого номера и у того номера у меня, который я видел в прошлый раз, тоже были как бы, было это ощущение. Она как будто бы очень, ну, буквальная, что ли. Не знаю, все как будто бы так просто, по первому плану. Как будто бы я не, нет для меня тайны в этом. Спасибо большое. И Герман красавец, и вы, ну, вы все знаете про себя. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. А какую тайну ты ищешь в номере? Второе дно. Да я не то, что тайну. Мне кажется, второе дно. Подача очень по первому плану просто. Ну, типа, если любовь, то любовь. Если страсть, то страсть. Как бы. Загадки нет, да? Ну, каких-то нюансов, что ли. Ну, именно... Сложно выразить. Я говорю очень неоднозначно. Качели. С одной стороны, у меня сердце замирает. С другой стороны, я как-то типа такой... Ну, это же очень прямо. Так, все, хватит! Мы убрали из шоу все неуважение. Я так скучаю. Забудь. Удалили каждую фейковую новость. Мы знаем, что у тебя парик. Но оно все равно нарушает все мыслимые законы. Я надеюсь, он вам свой член в руку не совал? Юмора. Принимай бой, ученик великого мастера. Идиот, он шахматист. ХБ. С понедельника по четверг в 10 вечера на ТНТ. Девочки, привет. 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 Расскажите про предыдущий этап. Ой, вот был сложный этап. Больше морально сложный, потому что это был стрепушный баттл. Мы были с дуэтом «Она», это девочки с нашей командой, и дуэт «Розес». Мы сделали то, что нужно проекту. Мы показали шоу, мы показали сказку, у нас был сюжет. И полноценность картинки, и сюжет понятен, и хореография, красивая. И хореография клевая, красивая. Все очень энергично сделано, и я говорю браво вам, это отличный номер. На самом деле, когда стояли на выборе, уже все было понятно. Слушайте, ну у вас два раза было 3-0. Да, да, кстати, да. И мы очень хотим, мы очень надеемся, чтобы так продолжалось. Безумные трудоголики, сумасшедшие профессионалы. И в них очень классная есть история в том, что они чувствуют формулу, как создать именно настоящее произведение от начала до конца. Но этот номер у нас прям эксперимент. Опять? Ну да, у нас всегда эксперименты, но этот прям совсем эксперимент. У нас будет ирония. Смешной номер. Да. Вот этот номер, который мы будем танцевать, если его не отыгрывать, то это не номер. Понимаю, про что ты говоришь. То есть оно на тоненьком. Да. Либо да. очень круто, да. либо очень да. плохо.
Да. Опасно. И мы постараемся сделать это. Погляжу в окно, вид отбак. Полистаю нет, посмотрю картинки. Что меняет все? О, блондинки! Позову из Нижней на Тахо. Кто стучит, сосед, иди. Пять минут готов, сижу, думаю. Ничего опять не придумаю. Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мосты. А ты, а кто ты? Давайте как-то погромче, ребят. Ну, Полина и Настя, такие конфетки, ну. Игровые такие, хулиганки невозможные. Ида? Как девочки флиртовали с залом. Все, вот весь номер, и как зал отвечал вам обратной реакцией. Просто удивительно. И повторюсь, совершенно новое прочтение старого доброго хита. Классно, девочки, очень мне понравилось. Спасибо. Спасибо. Вова, что с тобой? Почему такой серьезный? Да я не серьезный, я просто думаю. Все классно, на самом деле. Мне очень понравилось мини-мини-мини-трюки всяческие в номере. Но это я не про сами движения, а про то, как они сделаны, как они слеплены. Скорость, их артикуляция. Очень круто. Вот. И настроение, и подача, и все у девчонок на месте. Буду смотреть третьих. Окей, Мигель. Я не скажу, что я прям был удивлен вашим номером. Исполнение было на пятерочку. Я не понял, как бы, в чем суть, потому что я привык к вашим номерам, они достаточно сюжетные. Здесь я пытался что-то выяснить, понимаю, что нет. Я наполовину забыл, а с половины номера меня чуть поэмоционально не хватило, хотелось еще. Я думаю, именно из-за этого зал сразу не взорвался аплодисментами, потому что мы не поняли, что номер закончился. Очень хотелось еще вас смотреть. Спасибо. Я приглашаю третий дуэт на нашу сцену. Меня зовут Вячеслав Ильин. Я Ира Дианова. Это наш дуэт. Синтез такого стрит-дэнса, как мне кажется, да, со стороны Славы, ну, громко сказано, но все-таки, и такого современного танца со стороны Иры, некой философии танцевальной, схожей, родили очень прикольный язык, которым они вот с нами общаются, как со зрителем. Мне очень интересно с ними работать. Хорошо, первый номер такой, да. Второй номер, появился реквизит. Там целая история внутри. Можно этот номер раскручивать до, как минимум, одноактного балета. Не знаю, есть в этом изюминка, и никто не вспомнит, как мы какие движения делали. А помнишь, там вот был мальчик с девочкой, они вот так танцевали. Нет, а скажут с веревкой. А в оранжевых костюмах. С четвертым номером что-то, не буду говорить. Что-то, моментально запоминается. Третий номер сейчас. Абсолютно другая краска. Даже знаю, что будет в четвертом. И, пожалуйста, давайте этот дуэт пройдет в финал, потому что нужно, чтобы зритель это видел. Нужно, чтобы зритель видел такого рода номера. Thank you.
Ира. Что происходит? В смысле? Тебе не понравилось? А тебе? Ида, вот у ребят спасибо всегда за... такие красивые тематические номера. Это целая история была. Ведущая говорит. Да. Ну, они, знаешь, они как... Я в смятении, подождите. От чего ты в смятении? Давай, пока ты в смятении, Ида поговорит. Давай. На самом деле, мне спасибо вам большое за номер, но меня как будто пережали этим странным юмором, как будто передавили, честно. Я в какой-то момент прониклась, потом мне поднадоело, потом я снова начала проникаться, потом поднадоело. Вот я, может быть, в другом смятении? Никак. В этом же. В таком же? Да. Как будто бы too much. Извините, пожалуйста, я не эксперт, но вот как будто бы немножко передавили. Ты эксперт, Мигель. Когда вы каждый раз выходили на сцену, мне не важно было, в чем вы одеты, как вы выглядите. Я понимал, что ваш язык говорит за себя. Я имею в виду язык тела, хореография в данном случае. А здесь получилось прям вот... масло масляное. Я понимаю, что и номера, и видео, и вы сами, и грим, и костюмы, стилизация, все подходит под какую-то вот такую японо-восточно-китайскую тему. И вы такие с гримасами, ну, очень, ну, конкретными. То есть я понимаю, что был прикольный номер, и вот все правильно. И мне показывали каждый раз, что вот это вот наш прикольный номер. Вот посмотрите, как вы должны здесь посмеяться. Мы здесь такие смешные. То есть я сейчас повторяюсь, но у меня абсолютно одинаковое ощущение от вас, от артистов, в которых я думал, я уверен, потому что вам ничего лишнего. У вас всегда было настолько тонко и без лишних приспособлений. И меня это всегда очень сильно восторгало. Вам не нужно ничего этого. Достаточно на сцене вас двоих. Вы настолько самобытны, вы настолько круто выглядите, что вообще ничего не надо. Ну, бросаем вызов самим себе, пытаемся быть разными, потому что это первым делом для нас тоже путь. Если мы будем делать то, что мы хорошо умеем, это мы не унесем ничего полезного. В этом, мне кажется, самая задача этого, вот всего того, что здесь происходит. Вряд ли сюда люди приходят для того, чтобы вырасти за 4 номера, которые они сделают. Мы здесь. Да. Вова. Мне кажется, что я, когда выхожу на большую сцену, я тоже каждый раз слышу, что нет времени на эксперименты. Вот. Но я, честно сказать, не представляю, как можно без эксперимента что-то вообще начать делать. Да. Мнения разделились у нас. То есть Вове и мне понравилось. Но ты не в жюри. Я тоже хотел сказать. Так, ну что, я приглашаю ваших конкурентов. Три разных истории, три разных пары и одно решение. К нему и переходим. Вова, начнем с тебя. Очень красивые, очень уверенные, очень профессиональные дуэты. То, что я ценю в дуэтах, взаимодействие, взаимоотношения, они у вас внутри на очень высоком уровне. И за этим я с удовольствием наблюдал. Это раз. Два. Ну, вы вообще... мне показалось, что ваша сила, как вот в той поговорке, когда вы вместе. Потому что как только вы расцеплялись, я сразу начинал видеть все шероховатости, которые как бы возникают. Но когда вы были вместе, когда вы были в паре, в дуэте, конечно, работало это невероятно мощно. По вам. Да, номер перенасыщен. Да, в нем как бы куча фишек. И хочется увидеть танец. Хотя понятно, что вы все время двигались, все время танцевали, но как будто бы от впечатления к впечатлению вы меня постоянно вели. Очень между ними были короткие интервалы, и танец был немного как бы утилитарно, может быть, использован в данном случае. То есть вы как бы конкретно то, что сказал Мигель, посмотрите на наши фишки, как мы классно, как мы прикольно придумали. Вот. Но отдам я свой голос за попытку ярко, эффектно ворваться в финал. Ида,
удивительное у вас шоу. Я уже думаю, ну, ребенок танцующий электро. Чем меня еще можно удивить? Выходят три совершенно разные пары. И я снова удивляюсь. Спасибо огромное за каждый танец, за каждую вашу эмоцию. Время сделать выбор. Девочки, не подведите меня. Мигель? О, интересно. На самом деле у меня все просто. Вы пережали, вы не дожали. Ну что же, мы так долго этого ждали, дорогой ты наш зритель. Берем телефоны. Ура! А почему все огоньки показывают? А это показывают, когда проголосовали. Проголосовали и вот так поднимают. Ну что, голосование закончено. Все, внимание на экран. Все один в один, как в легендарном фильме «Ирония судьбы». Я бы сказала, по мотивам. Но у меня тут целое кино. Ко мне в квартиру всякая пьянь из бань попадает. Бывшая хозяйка поэтому отсюда и съехала. «Самоирония судьбы». 31 декабря в 21:30. Новогодняя премьера на ТНТ. Давай удачи! А вы говорили! Ну, сейчас ощущения такие, что мы могли просто сделать лучше, все. Ну, обиды, естественно, ни на кого нет. На себя. Да и не на себя обижаться. Ну, не на себя, а я говорю про себя вообще-то. Идешь в зал и просто дальше работаешь, все. Можно поздравить. Спасибо большое. Приятно, что зритель так отреагировал, ну, прочувствовал, потому что действительно пытаемся в каждом номере сделать что-то новое для себя в первую очередь, потому что это просто путь, просто опыт. И хочется действительно, как я и сказал, на сцене унести еще какие-то интересные находки, выводы, с которыми мы дальше пойдем творить и нести опять свой свет в люди. Я ничего не понял. Ну, кроме как красивые картинки, обертки, да, ну... Внутри я ничего не понял, что там находится. То есть они просто, ну, танцевали с веерами, что-то там красиво двигались как-то, и все. Никакой идеи, никакого там смысла я не увидел, и как-то, ну, все. То есть просто как будто обычный просто шоу-номер на, извините, свадьбу. Но зато Мигель проголосовал. Да, за это отдельная благодарность. Сам Мигель проголосовал. Проголосовал за нас. О, Господи. Баина – крутой показатель того, как человек перевоплощается на сцене. Она спокойная, какая-то вроде тихая, немножко отрешенная в жизни. И как она меняется в номере. Выступает, допустим, соло кто-то со стрипом. Мы вот много смотрели на кастингах. И вот пришла Баина, и это как будто на несколько просто этажей уровнем выше. Это уже как такое чуть-чуть именно рицательное. Вот Баина выступает. В своей жизни я мало где побеждала. И мне как будто бы очень хочется этого. Хочется вот этого момента одобрения людей, то, что я в данном этапе с данными соперниками была лучше. Это очень сильно повлияет на какую-то мою самооценку.
очень сильно вот эта оценка поможет. И очень хотелось бы, конечно, победить. Круто же звучит. Полина Басанова – победитель танцев. Классно же звучит. Мерещится везде. Одно мгновение, и все. Полина, это было очень красиво, интригующе. Ты как будто бы расстроилась. Что такое? Все нормально? Ну, у меня такой номер. Такой, ты в образе просто, да? Ну, я постаралась наполнить его соответствующими эмоциями. Спасибо тебе за это. Спасибо. Спасибо. Ида, ты прочувствовала эти эмоции? Да. Мне кажется, Полина как будто рассказала нам свою историю. Вот так вот вырвала часть своей боли и передала ее мне, потому что, ну, я как будто все поняла. Все будет хорошо, Полина. Вы большая молодец. Спасибо. Вова. Мне кажется, у Полины уже будет все хорошо вообще вне зависимости от нас, вообще, в принципе. Полина очень цельный танцовщик. Это видно, это чувствуется сразу же. И далее вопрос только то, что она танцует, какой это материал, как бы, ну, конкретно данный материал. У меня к нему есть вопрос, я сейчас не буду их как бы озвучивать. Но сама Полина просто пушечный презент, вообще, на спокойном. Детальки, вкусно, классно, хочется еще. Мигель. Как бы у тебя все хорошо, Баин, правда. Я не знаю, что тебе еще можно добавить. Что, в принципе, можно добавить в данном случае. Я точно так же не хочу разбирать это по хореографии. Я понимаю, что это часть твоей души. Ты сама же делала все это, и это твое высказывание. Я сейчас судить его не хочу. Но посмотреть, как это будет в сочетании с другими участниками, да, хочу. Поэтому это было спасибо. Круто. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Привет, Илиша. Привет. Добро пожаловать в полуфинал. Да. Происходит все по-настоящему. Ну вот да, вот это вот тяжелее всего поверить, что это вот прямо сейчас со мной. Мне кажется, что я со стороны на какого-то человека смотрю, вот наблюдаю, я как-то не принимаю, что это все в мою сторону идет, что это все ко мне относится. Энергетика у тебя просто сбивающая с ног. Ты безумно крутая. Спасибо большое. По-моему, тебя там просто захвалили. Ну, если в целом, то да. Ну, говорят, конечно, о том, что я не профессионально занималась до этого, что это видно, что я самоучка. Она знает, какие моменты, что сделать, она знает, что работать на публику.
меня нет такого, ой, ты маленькая, бедненькая, несчастненькая, моя холюсенькая, ну чего ты переживаешь, да? Я, конечно, так и подхожу к ней. Вот, она говорит, да, переживаю. Ну, попереживаюсь, пройдет, потом выступишь, хорошо, все будет. И выходит просто, вот так переключается, и в глазах зверь. Скажи мне, ты заслуженно в полуфинале? Ты чувствуешь, что ты это заслужила и заработала? С одной стороны, я понимаю, что я достаточно много времени провожу в зале, в принципе, работаю над собой, и я могу как бы здесь быть, но с другой стороны, мне кажется, что не особо как-то заслуженно, опять же, из-за моей самооценки. Я не знаю, сколько раз надо сказать тебе, как ты хороша, чтобы ты в это поверила, но я верю, что настанет день, когда ты просто вслух произнесешь наконец-то «я хороша». Илиша, это все не по-настоящему. Ты скоро проснешься. Ты скоро проснешься и пойдешь на сцену. Самобытно, интригующе, интересно. И ты ее видит впервые, хочется сразу твое мнение услышать. Илиша, это было потрясающе. Мне Мигель сказал, что вы не обучались танцам профессионально, то есть вы учились сама. Это правда? Да. Я еще и думала, что меня так сильно притягивает. Ты абсолютно права. Мне кажется, самая самобытная участница, да, самая такая интригующая, абсолютно верно. И вот когда, знаешь, нет вот этих клише каких-то, и вот все идет вот от тела, от души, как-то все вместе. Животный какой-то вот танец, инстинкт такой. Не знаю, понятно ли я выражаюсь или нет. Очень понятно. Очень понятно. Да? Продолжай. Да. Спасибо. Вот. Вот эта животная страсть, это так круто, это самобытность. Спасибо большое. И, наверное, классно, что вы нигде не обучались, потому что вас не сломала никакая школа. Просто браво. Спасибо большое. Мигель? Ты все знаешь от меня. Единственное, что скажу тебе, доверяй больше себе. В тебе интуитивный материал такой интересный, что в тот момент, когда ты и видно это, что ты начинаешь брать что-то где-то увидела, и начинаешь это примешивать к себе в хореографию, что от тебя идет, и оно такое сразу же смотрится, типа, понятно, что, о, зачем? Ты намного интереснее, чем все это. Намного. Спасибо, Мигель. Вова, что по тексту танца? Обожаю просто твои формулировки. Слушай, ну это тот самый случай, когда вот Ида, она, например, представитель, получается, нашего зрителя, который смотрит, мы тут что-то сидим, нудим, там, разбираем, все такое, текст, там, бла-бла-бла. Вот. Но по факту я с ней, честно сказать, вот здесь прям согласен, что, конечно, это мощная аутентика, это индивидуальность. И всегда прикольно смотреть, вот мне, когда человек, допустим, это, не знаю, регион, там, Челябинск, он из Челябинска приехал, он никогда нигде ничему не учился, но мне всегда очень интересно посмотреть, насколько большой при этом у него вокабуляр.
насколько он как бы свое собственное сделал как бы довольно, ну, широким. Я не знаю, как ты берешь остальную хореографию, но именно свое ты делаешь очень убедительно, талантливо и очень приятно. Спасибо большое. Спасибо большое тебе. Спасибо. Ну что, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю третьего участника этого батла. Так, все, хватит! Мы убрали из шоу все неуважение. Я так скучаю. Забудь. Удалили каждую фейковую новость. Мы знаем, что у тебя парик. Но оно все равно нарушает все мыслимые законы. Я надеюсь, он вам свой член в руку не совал? Юмора. Принимай бой, ученик великого мастера. Идиот, он шахматист. ХБ. С понедельника по четверг в 10 вечера на ТНТ. Что можно сказать уже горячего? А что еще сказать? Почему мы не хвалим? Ты молодец, было потрясающе. Спасибо. Важно хвалить. Ира сказала мне приятные тоже слова, за что я ей очень благодарна. Мне кажется, она еще и как девушка понимает, насколько это важно услышать со стороны. Таких участников и таких танцовщиков, их вообще единицы. Ей нелегко, ей так же трудно, как и всем остальным. И даже труднее, потому что на ней та самая ответственность, что Ксюша Горячева мега-звезда, и она очень круто танцует, и это не дает ей права на ошибку. А когда у тебя нет права на ошибку, ты еще больше волнуешься. Те трудности, с которыми я сейчас внутри сталкиваюсь в плане эмоционального состояния, но мне правда нужно это прожить самой. Именно поэтому я создала этот номер, этот образ, и именно поэтому я хочу делиться вот такой историей. Вот на сегодняшний день я могу сказать, что это мой любимый номер. Это женственный очень номер про то, с какими трудностями мы сталкиваемся, девушки в целом, в творчестве, в работе, в чем угодно, в личной жизни. Вот это как раз та ситуация, которая создает мне внешние такие условия, что меня это очень сильно тяготит. Нужно это просто перебороть. Но я думаю, что когда я надену свои каблуки и выйду на сцену, мне получится это сделать. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Как же это красиво! Хочется сказать без комментариев, но у меня один вопрос. Как можно быть такой красивой, а?
Ну? Спасибо, Лиса. Ну что, Ида, я видела твои эмоции. У тебя было так, потом да. Вот так, потом ты кралась, была крадущейся тигрицей просто на Ксюшу. Что, расскажи. Я никогда в жизни не видела, чтобы человек так круто владел своим телом. Правда, у меня нет ни одного вопроса, нет никакого комментария. Просто огромное вам спасибо за то, что вы сейчас сделали. Спасибо. Вова. Ну, я считаю, что это была мастер-пис вообще, как бы. Просто человек, как бы, вышел, подготовился к полуфиналу как следует и, как бы, раздал. И раздал. Мигель? А что можно тут еще добавить? А кто ставил? Ты ставила сама? Сама, да. Клево. Молодец. Спасибо. Красиво. Ну что, я приглашаю Баину и Илишу сюда. Поразительные девушки, такие наполненные, такие красивые истории нам рассказали. Ой, я не знаю, как вы будете выбирать. Идочка, начнем с тебя. Начнем с того, что, если позволите, что, девочки, вы моя любимая тройка игроков в этом шоу, правда. Даже больше, чем дети, понимаешь, казалось бы, невозможно. Очень сложно выбрать, но нужно это сделать, поэтому... Мигель! Спасибо вам большое, это было прекрасно. Это было удовольствие видеть вас всех троих. И мне ни в коем случае не хочется, чтобы вы останавливались хоть как-то. И чтобы хоть как-то решение, в данном случае жюри, мнение зрителей влияло на ваше творчество. Несите его впереди себя. Вы очень и очень достойные артистки. Я вас люблю сильно. И сегодня голосую вот так. Единогласно в финал проходит Ксения Горячева под этот вопль аплодисментов. Все круто. Ну, потому что я, в принципе, не рассчитывала проходить даже во второй этап, но я как-то об этом не думала, что это возможно. Мне кажется, еще не осознала. Ну, что это все как-то, не знаю, по-настоящему что-то со мной. Мне кажется, что я со стороны за кем-то наблюдаю, но я как-то не могу еще пока что поверить, что это все ко мне относится. Что это мне говорят, что, не знаю, что это я тут. Я плачу не потому, что я не прошла. Просто сегодня очень был сложный день. Я сильно перенервничала, и сейчас просто это остатки эмоций. Вот, и очень рада за Ксюшу, честно, правда. Хоть это такие слезы, которые просто льются сами по себе. Вот, я показала не все, что хотела. Ну, в принципе, думаю, что это не страшно, что все равно будет у меня все хорошо. Все хорошо. Все круто. Я просто поплакала чуть-чуть. Потому что я даже не потому, что я не прошла, а потому что я перенервничала. Вот и все. Фу. Я очень счастлива. Я очень счастлива. Я полагала, что, наверное, полуфинал будет для меня самым сложным. Потому что в финале ты уже просто раскрываешь свою душу, а сейчас тебе еще нужно как бы ее как будто бы преподнести, получить такое разрешение, чтобы вот потом в самом конце уже вот показать то, что очень глубоко в душе и такое сокровенное. Поэтому да, счастлива. Каждый танец – это рассказанная на сцене история. Вы танцевали медленно, уительно. И важно рассказать эту историю до конца. По такому опасному пути идете каждый раз. Соло, дуэты, дети и команды. Решающий этап в борьбе за статус лучшего на проекте. Этот момент истины принадлежит
вот этому артисту. Новые танцы. Финал в субботу в 9 вечера на ТНТ.